за сон немножко. У меня не осталось детства свое. Я очень вспоминаю с благоговением всегда. Вот, когда приезжал к бабушке, к дедушке, очень любил. Папе с мамой некогда было, они работали здесь в Москве. Возили меня в Тверскую губернию. Вот у них я в основном узнавал, как раньше люди жили, что такое Боженька накажет. Вот. Обычно как, Боженьку боялись за плохие дела получить наказание. Не то, что он даст конфетку, если ты будешь хорошо, если хорошо себя вести будешь, так и ладно. А будешь безобразничать, Боженька накажет, бабушка. Смотри, Боженька накажет. И вот богобоязнь как-то воспитывал. Может, моя бабушка была не очень образованная. И всегда ходили с ней в церковь, она меня брала. Конечно, я мало что понимал. Просто красиво, просто батюшка давал мне. Мастеру спорта по тяжелой атлетике, счастливому отцу, высота и судьба впервые напомнила о себе. Падение с 9-го этажа приостановил страшный удар о козырек подъезда. Этот козырек не только спас ему жизнь, он сохранил ему голову и позвоночник. Очнувшись в больнице, Сергей понял, что на свои ноги он уже не встанет никогда. Мы были в деревне. Я ночью чувствовала, что что-то неладное в доме. Я утром встала, побежала в другую деревню к родственникам звонить. Звоню, и мне сказали, что в ночь вот эта беда случилась. 3 раза у него отказывали почки. 14 операций по удалению гниющей костной ткани все больше и больше укорачивали обрубки ног. Своих ног, которые ему все еще снились по ночам. Он ведь в детстве-то болел, у него ноги болели, у него была болезнь Пертеса. Началось у него с 7-летнего возраста, а в школу он пошел в 5-м классе только на костыликах. Тоже перетерпели. Ведь он лежал 3 месяца в гипсе, месяц на вытяжке. 3 месяца в гипсе, месяц на вытяжке. Вот 3 года. А потом на костылях. Ему сказали, что и в армию ты не пойдешь, и все. А он пошел вот в тяжелую атлетику. И в армии отслужил все. Знакомство было основано на чисто внешнем впечатлении. Я в первый момент испугалась, скорее познакомилась от испуга, потому что, в общем-то, друзья у меня все были достаточно интеллигентные, цивильные люди. Таких навороченных монстров среди моих знакомых не водилось. Гордюха, иди-ка поздоровайся. Да, Кошка, он без меня был, а? Привет, бродяга, все, баб приехал. Молодец. Все, баб приехал. Был такой вид у меня. Мягко сказать, такое. Ну, никак уголовно. Я был коротко подстрижен. Здесь была наколка. Кстати, вот эту наколку сделала на губтицкой вахте. Совершенно не верю ни в Господа, ни в кого. Знал, чего ты будешь колоть? Орла? Значит, это или Иисуса на кресте. Я говорю, давай на кресте.
в этой больнице, в 68-й, две операционных, чистые и грязные. Я сидела там лавочка, сидела, ждала, когда Сережа сделают. Вдруг его везут, привозят, и врач говорит: «А вы знаете, Галина Викторовна, мы ему ампутировали ногу, а в другую ногу ставили штифт. Вот в этой грязной-то операционной, может быть, даже и на грязном столе, они вставили ему штифт и занесли инфекцию по штиву. Вот. Поэтому мы не спасли вторую ногу. А так бы он мог быть без одной ноги». Сейчас я... Ой, хуже все. Керосин весь кончился. Весь, сливай. Да, хорошо. Что, когда получилось все это, вся эта травма серьезная, меня волей-неволей врачи просто подсадили на наркотик, потому что без морфина меня нельзя было, невозможно было перевязывать. Около месяца попал в наркотическую зависимость. Наркотическая самая страшная дьявольская зависимость, которую только можно придумать. Значит, что такое наркотический сон? Ты улетаешь куда-то с драконами в звезды, значит, никаких там ликов святых нет, все морды там какие-то, морды, рогатые морды, красиво там все. Ты, это наркотический сон, это как вот как изнанка. Кому-то это нравится, мне это настолько не понравилось. Настолько это напрягло мой мозг. Уж за то время, что он лежал в больнице, столько было смертей у него, 3 смерти было. Я его вытаскивала. Вот именно я его вытаскивала. Заставляла, кричала, просила врачей, чтобы они не хотели. Похоже было, что они не хотели его спасать. Потому что он их измучил тоже. Все у него так болело. Ему делали этих сколько наркотиков, кололи сколько лекарств. Он все кричал, требовал. Вот. И врачи не думали, что он останется здоровой. Это даже не сон был. Один раз, это где-то вот, я не могу сказать точную высоту, не очень высоко над землей, больше, 3,5, вот я прыгал с парашюта где-то 3-3,5 метра, он как ковчег такой большой. И вот я вышел, меня прям в дверь вытолкнули, и вокруг полировка, и ветер дует вниз, внизу земля, лететь. В общем, страшно. Я вот за эту полировку цеплялся за эту полировку пальцами и не слетел туда. Зацепился я за эту полировку, а полировка прям золотая. Вот все говорят, туннель там, у кого туннель, это вот, она как сфера, и туда и ветер дует, и я вот за эту полировку цепляюсь, ну не хочу. Остался, вот первый раз остался. Не сдуло меня туда. А второй раз уж совсем, когда отрезали вторую ногу, гемоглобин был, говорят, ниже 40 и прочее. Такое же место поднимают, где-то, вот, ну не могу сказать, 3-4 километра над землей. Как он, вот как надувная лодка, огромнейшая. И вот как по лабиринту возят, показывают. Вот люди там мучаются, как мучаются, вот стена какая-то резиновая морда. Он что-то кричит мне, спаси, помоги, и вдруг цепляются. А я как вот в американских горках вот еду, с одной стороны что-то вроде красиво, в общем мне все и въезжаю в зал. Красивый зал. Не могу сказать, что там были. Кресты, не могу сказать. Сидят люди. Сколько их было, не знаю. Люди красивые, статные. Аж даже блески в бородах. Жена моя плачет. И он говорит: ну что ж ты, Сережа? А я лежу. И, ну, распластанный весь. У меня боль. Я не знаю, что ему говорил. Ну, говорит, иди, прогоняй их. И я оказываюсь внизу, вижу вот эту вот всю, как ее назвать, конструкцию. И скамейка. И сидят вот три особо, почему женского рода лица я не видел, прямо вот как вот в телевизоре в тумане. То есть вот
не квадратиками, а вот белой пеленой. И смеются ехидно вот так вот. И говорю, уходите. Я говорю, уходите, жить хочу. Ну, уходите, уходите, уходите. И вот, а он мне сказал, иди прогоняй. И вот уж я не остался я. Вот как, а врачи потом, когда пришли в понедельник, смотрит мать там. Чего, мать? Не умер еще? Нет. Ну и давай меня там подлечивать, лечить. Вот. То есть, а тогда в тот момент мне легко было помирать. Красиво все. Все цветное, все красиво. Пойду тесто поставлю. А ты пирожку с брусникой захотел? Потом, когда, ну, то есть я пришел в какое-то состояние, в котором можно жить, вот тут началась пьянка, конечно, водка. Водка, она очень здорово отодвигает проблему, прям сразу, раз, в сторону. Утром все эти проблемы усугубляются в 10-кратном размере. Либо надо продолжать отодвигать ее еще дальше, эту проблему, либо надо с ней бороться. В общем, через это все прошло. Много мы с ним боролись, много разговаривали. Ну, я не знаю, как, ну... Он понял и дал слово, что, ну, в общем, вот так понял все, что надо прекратить ту жизнь, что, как, с которой он начал после всей трагедии. Потом прошел эти успокоительные таблетки, психдиспансеры вызывали врачей, давали такие тяжелые вещи, что вот... Ну, я выпью и сижу. Я сижу здесь, мое сознание где-то там спокойно. Ну, у меня истерики были спокойны. Он, вы знаете, даже пытался руки наложить в деревню у меня. Вот, был случай, был. Ой, чего только не было. Наверное, было, как говорится, по последнему предупреждению. В общем, у меня осталось, что будешь жить так дальше. Просто тебя закопают, и не нужен ты. Он не любит вспоминать об этом прошлом. «Нельзя идти вперед с повернутой назад головой», говорит он друзьям, которые стали частью его второй, новой для него жизни. Сколько лет, сколько зим? Ну, прости. Здравствуйте. Познакомь с девушкой. Юля. Юля, очень приятно. Серега. Девушка, с вами Серега. Вот. С тобой. Братва. Трикратно. Вот. Давно тебя не видел. Ну, прости, велик уже, Серега. Не часто. Люш, прости. Да. Ну ничего, он придется простить. Он другого выхода нет. И может сменить, собой помогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И может сменить, собой помогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, кто сам себя не испытал, пусть даже звезды хватал с небес, внизу не встретишь, как и Денис, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не было жутко страшно, потому что я тоже один из моментов, который я помню, мы уже вышли, веревку прошли, значит, страх его был, он присутствовал. И такой вот яркий такой пример, значит, помог ему щелкнуться. Он встал, я говорю, Серега, нормально? Он, я говорю, да она машину держит. Тянуть можно. Он, я говорю, сейчас, Серега, я ему еще одну оттяжку вешаю, сюда же. Так легче, он говорит, так легче. И вот, и он сразу успокаивается. То есть, вот, причем тоже, вот у него вера в меня и вот во всю команду, которая была, а у меня вера в него. Потому что вот без вот этой веры друг в друга нет альпинизма. И после этого пошло, и потом, как итог, попали в горы. Ведь мы же не просто так попали случайно, значит, мы какой-то путь проделали. Именно высота, которая так жестоко обошлась с Сергеем, снова возникла на горизонте. Только теперь он терпеливо готовился к встрече с ней.
После уникального восхождения инвалидов-колясочников на Эльбрус Сергей решился на невероятное. Пройти с друзьями отвесный скальный маршрут в Крыму. И предоставилась возможность побывать в горах и сделать с ребятами то, что кажется вроде невозможным. Забраться на отвесную стену, когда тут вроде наконец. Дело в том, что мы еще продумаем, если будто Бог даст нам Бог возможность пойти еще в горы, сделаем немножко по-другому. Надо технически отработать. Надо не систему делать все-таки тебе, а именно платформу. Платформа будет проще. А на платформе мне будет лучше. То есть такую небольшую буквально платформу именно под тебя. Он был готов даже не то чтобы как таковым к горам. Он был готов к людям. Он открыт в общении. Вот качество, которое очень не у многих есть. Антон, поднимешь? Антон, поднимешь? Да, на ногу не пройдет. Ну, вот, что ты, Молодцы. Я что хочу сказать, что вы все, наверное, слышали и знаете, что здоровое тело и здоровый дух, они всегда неразрывно с собой связаны. Вот Сергей олицетворяет то, как вот здоровый, сильный дух в человеке может, ну не то, что там способствовать, а просто является фундаментом для развития физического. Вы знаете, такие примеры необыкновенной воли человека, как Валентин Дикуль, там ряд других. Многие из вас, наверное, смотрели фильм по спортивному каналу по Сергею. Вот сегодня мы его пригласили, чтобы вы посмотрели, как человек может за счет воли, огромного желания добиться каких результатов. Хочу, чтобы вы были сильными и здоровыми. И поверьте, никакая беда, она, ну, не отучит нас жить. И мы должны быть сильными и здоровыми. Особенно мальчики. И девочки, конечно, тоже. Но мальчики должны защищать. Вы наши будущие защитники. И вот когда мы состаримся с дядей Игорем, вы нас будете защищать. Но мы не состаримся долго. Не всякий шарик. Вот, ребят, справочники. К сожалению, не купил один толстый, придется рвать два тонких. Человек все равно сам определяет свою судьбу. Нельзя там опускать руки, нельзя в коем случае идти там на поводу каких-то обстоятельств, надо всегда бороться. Мы борцы, он борец по духу, потому что превозмочь все те испытания, которые выпали на долю человека, это дорогого стоит. И если слабого человека трудности ломают, то сильного они делают еще сильнее, закаляют. И я думаю, что с таким характером, с такой волей ему любые горы по плечу и любое море по колено. Если ты остановишься на каком-то рубеже, я достиг, я победил, и теперь я стал непобедимым, ты обязательно покатишься вниз. Отчаяние иногда посещают. Ну что значит, вот он такой сильный человек, вы думаете, он не плачет? Плачет потихоньку в подушку. Но он не показывает это людям. Он борется со своей слабостью, а это происходит постоянно. Да, вот тут еще добро. Я сейчас принесу плакат. Меня зовут Катя. Я вот Сергея воспринимаю как такого же человека. Вот. Для меня нет того, что у него нет ног. Вот я этого не ощущаю в моем с ним общении. И именно так строилось наше восхождение. А сама вертикаль, я вот все-таки не уверен, что ему дали горы, что-то вот как горы. Ему дали
просто люди. Ему, опять же, это для него победа над собой, потому что он человек, он ведь не со штангой борется, он ведь не с железками борется, он каждый день борется сам с собой. Вот эта борьба, а горы, это как бы тоже он борется сам с собой. И вот этим основным приложением это умение победить себя, сделать полшажок к самому себе, тому, который ты не видишь, не ощущаешь, который не отражается в обычном зеркале, а отражается в людях, которые вокруг тебя. Ну, тренируется, он впахивает, он каждый день впахивает. Сам себя каждый день ломает. Это вот тоже не передать. Вот. И вот мы просто об этом как-то поговорим, полчасика чаю попьем. Вот. И я ухожу потом, и вот уже за дверью, и я понимаю, мне плохо? Да мне ни грамма не плохо. Как мне может быть плохо нормальному человеку, когда вот человек, который живет и живет, мало того, он мне дает жить, он такой толчок дает. Церкви нашей православной, которая тысячелетиями была, стояла, где старцы, где деды. Я не буду даже в полемику вступать, кто я такой. Я верю. Да, возможно, 7 поколений, как сказано в Писании, да, отвечают за грехи. Возможно, но я несу, если и грех, то грех за своих родственников, за своих людей, и не сетую об этом. Вы преодолели себя, вы преодолеваете все сложности. Честное слово, вы все действительно герои. Если вы этого еще не знаете, и, может быть, не думаете об этом, знаете. Сейчас он уже скорее с таким более таким надежным стал, то есть это вот со временем в жизни его изменило, что-то хуже стало, что-то лучше, но вот этот момент как бы определенного уровня ответственности у него сейчас есть, тогда не было. И если бы не вот это, просто-напросто ничего бы этого не случилось. На небе облако рай, поди угадай, найти понять и сыскать очень сложно. Какого цвета и где, скажи, пожалуйста, мне, скорее ты там, где найти невозможно. А я от мысли дрожу, что никогда не найду, хочу забыть, убежать, закрутиться. Где ты? Где ты? Облако рай, листья
надежды мои не роняй. Тоской и грустью лечусь, душой на небо я рвусь, в густом тумане ищу свое счастье. Быть может, то-то, когда мне вдруг откроет глаза, увижу я его сквозь ненастье. Но нет его, и опять не устаю повторять, живя в надежде о встрече с тобою. Где ты? Где ты? Облако рай. Листья надежды мои.